В результате практических мер, принятых в Азербайджане в борьбе с коронавирусной инфекцией, карантинный режим постепенно смягчается. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в формате видеоконференции. Глава государства отметил, что Азербайджан эффективно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения. В прошлом году ВОЗ назвала Азербайджан образцовой страной в борьбе с пандемией. Также, по словам президента Азербайджана, страна выступила с рядом глобальных инициатив. Среди них проведение саммита движения неприсоединения в мае 2020 года и специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств в декабре 2020 года при поддержке более 150 государств. Ильхам Алиев упомянул и о проблеме справедливого распределения вакцин в мире. Азербайджан публично осудил тот факт, что некоторые страны получили в несколько раз больше вакцины, чем им нужно, и лишили развивающиеся страны возможности защищать свое население. Постоянные вакцины и национализм и растущее неравенство в доступе к вакцинам между развитыми и развивающимися странами вызывают озабоченность. Согласно международным отчетам, 82% доз вакцины, доступных на сегодняшний день в мире, были получены богатыми странами, и только 0,3% вакцин были получены странами с низкими доходами. Для решения этой проблемы Азербайджан от имени движения неприсоединения представил в Совет ООН по правам человека резолюцию об обеспечении равного и всеобщего доступа к вакцинам для всех стран, которая была единогласно принята в марте этого года, подчеркнул глава государства.